А эта небольшая антилопа Бушбок пришла на водопой попить воды. Хотя вода выглядит спокойно, заметно, что она перепуганная и пьет очень осторожно. Такая осторожность была совсем не лишняя, ведь из воды внезапно пулей вылетает крокодил, которому не хватило нескольких сантиметров, чтобы поймать антилопу своими клыками. Повезло так повезло. Вот такой же момент, возможно, и то самое место, только теперь в главной роли бородавочник. Свинку тоже атаковал крокодил и также тупо промазал. Думаю, это был тот же крокодил, которому можно уже присудить звание самого невезучего охотника в мире.